Как ваши ощущения в процессе? Скажите, каждый из вас, какие ощущения вы испытали вот в процессе этого раунда? Пойдет, вот неплохо. Просто Шопен. Просто Шопен. Большое слово. Это очень хороший опыт. Серьезно. Сегодняшний день это просто невероятный опыт для дальнейшего продвижения и развития в дебатах нас как личностей. Можно сказать, что чем громче кричишь, тем тебя лучше слышат судьи? Можно сказать так? Как вы думаете, друзья? Ну, нет. Как вы думаете, какой самый важный, вот каждый из вас сейчас получил опыт, что помогло вам, вы считаете, стать вот победителем? Какой аргумент, какое качество ваше помогло вам, вы считаете, стать победителем до тех пор, пока мы еще не знаем сейчас вырок судьи? Умение слушать. Воля поддержка со стороны тиммейта. Воля к победе. Анализировать мысли, а что вы скажете? Поддержка со стороны тиммейта. Отлично. Умение слушать. Мата живы? Следующий. Конструктивность и последовательность речи. Влада? Что вы считаете? Помогло вам стать вот лучше? Отзывы судьи. Это самое важное, пожалуй. Кто еще хочет сказать? Друзья, вы скажите. Не так сильно уставать от перших дебатов, чтобы осталось сильно на финал. Ну, у вас нормально получилось, только энергии было, мама дорогая. Давайте просто общее фото. Отлично, друзья, я вас всех поздравляю, вы были прекрасны, и вот опыт, который вы получили, и который вы дали нам всем, и те, кто будет смотреть ваше выступление, это будет вот презентация, это будет первый пример, начальная первая модель, которой можно апгрейдиться дальше, и для вас, прежде всего, лично. Это стоп-машина.